Порог сердца сам уже не закроется. Спасет специальный окклюдер. 11-летней Олесе Шабалиной из Усолья-Сибирского жизненно необходима операция. Но прежде нужно купить имплант. Он стоит больше 300 тысяч рублей. Вести Иркутск продолжаются. Вместе с Русфондом акцию «Как помочь семье» расскажет Игорь Пиханов. 11-летняя школьница из Усолья-Сибирского Олеся Шабалина мечтает стать модельером. И уже много трудится, занимается в художественной школе, пишет картины, участвует в выставках. В квартире вся комната увешана ее работами. Ну а Олесе есть еще одно увлечение – куклы. Это фарфоровые куклы. Мне дарили их на день рождения. И я собираю коллекцию. Несмотря на юный возраст, девочка часто путешествует. Вместе с мамой и старшим братом совершили два похода на Шумак. В первый раз на это ушла неделя, во второй – 4 дня. Глядя на эту активную и жизнерадостную школьницу, не скажешь, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. У Олеси отверстие в межпредсердной перегородке. Врожденный дефект не проявлялся много лет. Медики даже считали, что он сам закрылся. Вновь обнаружили его осенью, когда девочка прошла очередное обследование. У нас закупаются окклюдеры в области, но сейчас они закончились. Пока таких закупок нет. И когда государство не может оплатить, люди обращаются в некоммерческие фонды. Врачи объяснили, Олесе растет, и порог сердца проявился вновь. Как и последствия, девочка стала быстрее уставать. Лечение возможно двумя способами. Самый щадящий – с помощью специального импланта окклюдера. Но он стоит 335 тысяч рублей. Для ее мамы сумма неподъемная. Семья обратилась в Русфонд. Мы пришли к кардиологу. Нам сказали, чтобы мы сделали контрольное УЗИ, и нас снимут с учета. И когда мы пошли контрольное УЗИ делать, у нас выявилось 0,36. Мы отправили нас в Иркутскую областную больницу, но там аппараты более нового поколения. И когда нас проверили, нас показало 0,72 отверстия. Читатели Русфонда уже собрали 88 тысяч рублей. Чтобы помочь Олесе, нужно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Игорь Пиханов, Роман Васюхин, Вести Иркутск.